Скалопендра против тарантула. Животный мир полон жутких существ, и скалопендра – один из представителей этой категории. Почти 30-сантиметровое чудовище прямиком из фильмов ужасов. Патрулируя свою территорию, многоножка находит ничего не подозревающего тарантула. Скалопендра атакует молниеносно, и паук, даже не успев сообразить, оказывается в объятиях ужасной твари. И теперь его ждет долгая и мучительная смерть.